Недавно подрался, месяц назад, провел бой, вроде бы остался один бой по контракту. Будем уже разговаривать на шестнадцатый бой. Ты! Браво! Ваши молодцы, друзья! Спасибо большое! Умницы! Я вообще приехал вчера, прилетел с Америки, был по приглашению Шапевича. Так что и конкретно что здесь будет, пока я даже не знаю, что это у тебя спросить. Так, буду отвечать на вопросы детям, да. Огромное количество детей, им интересно о том, что происходит сейчас в твоей жизни, и нам тоже интересно. Расскажи, что сейчас вообще происходит в твоей жизни? Спорт, есть ли он, нет ли его? Так особо ничего не изменилось. Тренируюсь как обычно. Пока для себя. А так вот недавно был в Америке, там тренировался. Помогая братьям своим младшим, Хасану, Тигру, их подготовки. Особо ничего такого не изменилось. Каждый в зале, так что в форме пока что. А смотря на них, не появляется желание все-таки вновь вернуться, да, в эту колею спортивную? Желание всегда бывает. Когда, тем более, когда бои видишь сам, сам понимаешь, ты мог бы это сделать, но что поделать. Решил оставить, уже надо было точку ставить. Уже старею. Мы бы не сказали. Так, сегодня в Хасвардовском районе, селение Дерей, проходит встреча. Здесь приглашены дети-сироты, дети из малообеспеченных семей. Они, им интересна вообще вся твоя жизнь и скорее вот эта твоя мотивация. И расскажи, насколько, по-твоему, полезны подобные встречи для общества, когда спортсмен, и паралимпиец, и титулованный спортсмен общаются с молодежью, делятся советами, наставляют их, направляют их, возможно, на верный путь? Я думаю, надеюсь, польза будет большая, потому что они молодые, растут, и я-то особо не люблю на такие мероприятия ходить, тем более. Но это надо, нужно, я давно не был, честно сказать, уже, не знаю, почти 3 года, наверное. Последнему месяц проводили, да? А так, я считаю, это нужно делать, ну, по возможности, да? Я думаю, будет, надеюсь, будет интересно, что-то полезное. Забито. А вот сейчас как ваши тренировки выглядят? Вот примерно усредненная тренировка. Раньше, конечно, они выглядели. День-два-три раза такие, да, нагрузки были. А сейчас такие легкие тренировки. День один раз могу потренироваться. Могу через день в зал зайти. Ну, не как когда вот, в форме, когда ты готовишься, да. А в целом, вот ваш день, такой средний ваш день усредненный, как он выглядит сейчас вне боев? Утром, там, не знаю, зал. Обычно стараюсь по утрам тренировать, чтобы целый день уже как-то свои дела делал вечером. Обычно вечером не получается, там где-то сидишь, куда-то приглашают, постоянно какие-то моменты бывают. А так стараюсь по утрам тренироваться. Пробежка обычно, сейчас я побольше тренируюсь, ну, не знаю, железками. Стараюсь чуть-чуть такую физическую эту держать форму. Забито, вот ты сказал, пока тренируюсь для себя. Вот ровно год назад ты сказал, что руководство UFC тебе предлагало вернуться. А спустя это время были ли еще от них какие-то попытки? Ну, часто бывает. Уже как я стал, уже они раза 4-5 выходили на связь, хотели встречу, приглашали в Америку. Но у меня не получилось поехать. Просто я знаю, что я ничего им обещать не смогу, из-за этого не видел смысла с кем ехать, встречаться просто. А вообще, вот если не секрет, часто думаешь о том, чтобы вернуться в бои? Что я думаю часто? Ну, бывает иногда, когда желание, пока что желания нет возвращаться, а так желание есть тренироваться, тренируюсь, помогаю своим братьям, все, пока что так. Да, вопросы, друзья, финальных. Забит, я слышал, что твоя карьера, так скажем, продлилась меньше, чем могла бы, из-за тяжелых веслогонок, вот так ли это? Ну, весогонка тоже, конечно, роль играла, потому что из-за весогонки тоже не полностью восстанавливался, были тоже моменты были со здоровьем тоже, да. А так, у меня весом никогда проблем не было, я гонял нормально, хоть килограмм 12-15 я приходил, но восстанавливался нормально, не так тяжело было. Планируется поединок Ислама Махачева с Арманом Саракяном, вот ты как считаешь, как этот бой пройдет? Ну, Ислам, видишь, он чемпион, у него по-любому он себя уверенно чувствует. Я думаю, первый бой Ислам недооценил, его чуть-чуть расслабленно вышел. И как я знаю, что он тогда отравился, чуть плохо себя чувствовал.
И сейчас также подготовиться хорошо, как он сейчас проводит бои, я думаю, тоже выиграть. Забит, вот последний вопрос касательно возвращения. Вот есть ли какая-то сумма, которую, если UFC предложат, то ты вот без разговоров сразу скажешь «да»? Или вот для тебя это не финансовый вопрос больше? Нет, это не финансовый вопрос. Они обещали много чего и хотели, но я думаю, не в этом дело. Просто я решил просто для себя, кому что-то доказывать не хочу из-за этого. Сейчас возвращаться, готовиться, обратно к этому возвращаться, у меня желание это не в деньгах дело. Хоть сколько бы они ни предложили, я думаю, я не вернусь уже. Все, друзья, все остальное на мероприятии.